Вижу. Ребят, все, еще одна сработка. Примерно вот там же в русле, вот видите, прямо. Флажок отстрелился. Да, там можно по берегу прям ходить. Знаешь, что по снегу. Если там еще парик сейчас у нас, мы можем все остальное собрать и перенести сюда в русло, в речку. Там поглубже, может, и рыба там. Ну да. Давай съездим. Давай. Спиннинги положим просто здесь. Давай. Так. Дерево лучше. Поедем, ребят, проверим. На экстрактор. Вот такой экстрактор очень удобно себя показал. Да, очень удобно. Зачем ты этих колючек набрал? Хочу домой забрать. Ну их надо убрать куда-нибудь. Наступишь ногой на такой, блин. Я в пакете. Офигеешь. Я бы поторопился, это крокодила его утаскивает. Я. А. 800 грамм? 800. Отлично. 800 грамм окунь взял, ребят. Давайте подержу. Ганиста, мне пока не видно, что сейчас. Пока еще ничего не видно. Хорошо, жадно его заглотил он. Стой. Вот он, все причем здесь. Еще рыба, наверное, живая. Рыба? Не, рыба уже. Рыба духовая. Да, там сработал, смотри, вон там. Еще сработка? Красная прям по руке. Да, 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 да. Да, да, да. Видишь, солнышко выходит, видимо, рыба начинает ходить. Да, ну давай туда скатаемся. Сейчас этот пробьем, туда скатаемся, потом сюда вернемся. Думаю... И надо с того берега походить пешком, половить, покидать. Понял? Вот вдоль этой речки. Здесь везде по снегу можно походить в сапогах. Да. Видишь? Да, 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 да. Чисто все. Тут посмотрите, ребят, что творится. Чаще какая. Вообще злая. Что это поплыла от нас, от звука уходит он, не знаю, течение прям. Да, да. Вон она туда натянута. Ну, вынимай, Герасим Васильевич. Опа. Давай, доставай. Окунь, да. Причем небольшой. Ой, не крупный такой окунь. Вот он. Вот, ребят, кто этот разбойник, кто раскрутил нам жилицу. Я думаю, мы его отпустим. Да, да, отпустим. Пусть бежит. Так, завес уже мертвец. Засранца. Здесь, значит, здесь вот окунь есть. Здесь окунь есть, да. Сейчас мы его половим здесь. Покинем. Окунь не крупный. Взял. Ну, жадный. Так, щуки пока нету. Не, работает отлично. Вот Мишка снаряжает жерлицу. А, вот я вижу рыбку. Здесь где-то около метра глубина. Сейчас мы съездим туда, посмотрим. Я тебе говорил, что там возможно. Посмотрите, могу ошибаться. Тут очень. Да, ставим на бока вот так, привязываем флажок. Вот. Привязываем. Да, хорошо срабатывает. Все, вот достаточная глубина, рыбы четко нет. Нет холостых поклевок. Выставляю прищепочку такую, я сделал пока времени, экспериментирую с ними, с этими прищепками. Леска стоит вот так, у нас постоянно на. Центр опускается вниз, при поклевке никакого переворота для, то есть рыба сама не перевернет, потому как дергает ее из центра. Вот. Флажок, как вы видели, сами все откидывают. Оставляем дружочек и идем. Идем проверять остальные.
дальше они будут живцам воду менять. Вдруг воды не наберут снова, да? Да, что делать? У вас сейчас будет хорошо. Я вам обещаю. Потом. Он какой добрый, Мишка. Да, водичка. Водичка, это хорошо. Свежая водичка с кислородом. Накислородил рыбок. Ну-ка. О-хо. Ох ты, караси, чудо караси, чего-то нету, блядь. Отойди так обложится, просто, а то еще это разломает. А, видимо, сетка стоит, они в нее идут. Да, это получается верша, вот она. Отсюда до сюда, у нее усы, а в середине верша висит. Ну да. Верша, ребят, стояла. Не раздави ее. Утки туда-сюда летают. Возмоточек нету, да? А, нет, вон там он красный, смотри, опять. Прям аккуратненько поднимает. Серьезный, раз он так тащил. Вот он, вот он. Вот, ребят, приплыла лодка как раз к этой морде. Проверяют. Видишь, когда спокойно, так вообще вон как их видно на солнышке. Да, орел улетает. Кружки наши высматривает. Хорошие блесенки не цепляются, да? Не цепляются, говорю. Оп. Вроде удар был. Счет неактивная щука вообще. Ни одного удара. Ну что, ребят, что-то не клюет. Что-то у нас не клюет. Пара кушков и все. Не теряем надежду, ночью будет рыбалка еще, вечер еще впереди, времени еще только 3 часа, так что, ну, надо покушать уже, надо где-то остановиться и покушать, сварганить еду.
Так, ребятки, будем кушать сейчас. Пюрешка, картошка. А тут у нас борщишка. Что ты будешь, Мишка? Я буду борщишка. А я суп грибной. Вот так вот они и жили, не тужили. Так, все, еду поставили. Можно выбираться. Чуть-чуть покидаем. Смотри, какие здесь сазаны водят. Смотри, какая чешуинка. Это черепахи пузо. Я знаю. Пузо черепахи, ребят. Вон, видите, тут у нее было жопи. Жопель. Тут у нее вот срастались кости, знаете, тут. Кривая работа сердца, смотри, отработана, как она за всю жизнь работала, это у нее график работы жизни. Вот ты, блин, а. Фантазер, Мишка. А у черепахи кожа, смотри, ну да? Нет, отстань от меня с черепахой этой дохлой. Ты живую бы поймал, еще ладно. Ух ты. Был ударчик вроде. То ли промазала, то ли что. Чего это грустно? Грустно мне, грустно. Не унять эту грустноту. Хочется жрать, и, а не то я помру. Суп разогреем и пожрем мы супца ца-ца. Опца да гопца, дрипца ца-ца. Дрит, ца-ца-ца. А? Ну да, коса же. Вот там поглубже будет, на той стороне. Покидай мандулу, пиндулу какую-нибудь. Позанимайся чем-нибудь. Так, ребятушки, как обстановка с едой тут у нас? Все отлично, чувствую прямо, рука не терпит. С едой все хорошо. Наша Мурка лежит с нами. Мурке надо подругу поймать. Такую же большую подружку Муркину. Изловить. Чуть не знаю, Мишка есть не хочет, походу. Мишка, походу, есть не хочет, ребятки. Майонезика взять. Ой. А вот я вам сейчас покажу, какой нам сделали подарок. Какой нам сделали подарок. Вот у меня именная ложка из клена, пропитана пропиткой от травоведа. Вот адрес, где вы можете заказать такие же ложки. ВК.ком Древорез. Травовед делает их. Сергей Полонов. Большое спасибо. Сейчас будем испытывать. Мишань, есть будешь? Ну так иди. Иди ж, судыш, есть будешь. Вот наш целый окунь один. Как вы видели, вся рыба еще в пиявках. Еще рано. Михаил, ваша ложка персональная. Персональная, да. Что-то у тебя не очень-то разогрелась она. У меня вроде бы очень уже. У тебя еще не очень-очень. Ага. Ай, как горячо! О, как жгет-то, ёкарный бабай! Вибаста у нас дикая, ребят, дикая просто. Чумачечая. Да, еще немного, открытая память будет видеть, как в сафари. Смотри, смотри. Смотрите, что там происходит.
кипит. Видите? Кушать мне хочется. Очень-очень наприощенно. Сергей, огромное тебе спасибо за замечательные ложки. Прям к руке и к рту. Сейчас я потестирую. Ну, я уже спасибо сказал. Большое, огромное. О, ребят, черепаху нашли. Сейчас сваги потекают, нет? Лови его. Лови черепаху. Ха-ха, живая. О, малому привезу, ёлки-палки. Ха-ха-ха, точно тебе говорю, живая, вон она. Ребят, мы черепаху нашли. Живую. Спит еще. Да, купите какие-то. Да. Класс, привезем ее домой. Малого будет черепаха своя. Вон какой хвостик. Ничего себе. Спрятал, она замерзшая, еще спит. Фу, ребятки, ну что, ловили мы, ловили, больше ничего не наловили. Вот. Рыбка стоит еще. Ну, щука, видать, неактивная. Фиг его знает, что она не ловится. Она вроде есть, вот мы к верше подъезжали, там щуки были у них. Прочая рыба, а жрать не хочет. Вот. Может, из-за слома этого, может, еще что. Мишка поймал вот два маленьких окуня еще. И все. Ну, на спиннинг уже, на русскую блесну, на атомен взял. Все, кружки тоже молчат, больше тишина. Ну, мы решили игли-мигли делать, ляжем спать. Завтра пораньше проснемся, будем ловить дальше. Видите, какая у меня уже борода выросла. Вот так вот уже. Третью неделю я здесь в Астрахани. Вот. Давай, Мишка, говори чего-нибудь. Что, набегались мы сегодня, устали-то? Устали. Хочется съесть на ночь конфетку. Мишка отрабатывает конфетку, которую, может быть, получит. Вот. Ну что, утро вечером мудренее. Утром встанем, почистим перья и вперед на рыбалку будем окуни ловить. Я проверил, окуни там есть точно. Все, народ, давайте до завтра. Покедово. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.